Итак, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане, закончили мы небольшой сбор на вот эти вот три микроптички, мачете и пилу Макита. Завтра будем отправлять. Всем огромное спасибо, кто поддержал. Как вы помните, сбор был прерван обстрелом по студии. Но, тем не менее, мы его сделали. L900. Ну, на данный момент они пользуются популярностью. Это как микроптичка такая. Скорее, в разведывательных целях. Я сильно не разбираюсь. Как и говорили, с дополнительным аккумулятором. И вот каждый... Защита такая еще там. Ну, что заказывали, то и есть. Выходило вот в таких вот коробочках. 1200 метров дальность. Ну, как минимум, за те деньги, я думаю. Ну, я так понимаю, что пацаны знают, для чего, что и как. Дальше. Пила Макита лучше, чем то, что у меня намного. Я ее проверил, зарядил. Все у нас всегда новое. Вот здесь заливается масло для цепи, показывается уровень заряда. Вот. Так что и два аккумулятора. Ну и тем помните, кому нельзя шуметь. Мачете. Толщина стали 5 миллиметров, довольно-таки неплохая штука. Просто очень прошу наших воинов, когда вы получите, по возможности, по времени, отправьте фотографию, как оно там у вас прижилось, как работает и так далее. Вместе с этим будем отправлять книги нашего никопольчанина, поэта с его стихами, очень хорошие. Тоже можешь, ну, кто почитает, есть флаги города Никополя, не забываем, что есть в студии. И остаток средств, там порядка 500 гривен, я передам на запчасти для вот тех вот фонариков, которые, помните, я говорил, что сосед делает такие классные все. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо. Все буде Україна. Дякую.